Так, всем привет. Это второй мой дубль. Хочу показать электрокоса 1400 ватт. Тоже от компании Hyundai. Сейчас я ее продемонстрирую. Неудобно просто с этой косой возиться. Ой, так, сейчас перед камерой. Вот. Вот такой вот у нее. Значит, Hyundai GC 1400 ватт, то есть дури в ней хватает для электрокосы. Как электрокоса, альтернатива, конечно, бензокосом. 1400 ватт лупит шальная, конечно же. Да, вот такой вот у нее руль. Значит, руль можно регулировать по вылету, как удобно, кому как удобно. Вот такой короткий провод с вилкой и вот такая здесь петля для удлинителя. Лучше вот брать, конечно, вот, ну, с такой розеткой. Вот, ну, 40-метровые такие продаются. И чтоб не отключал, чтоб не висел тройник там какой-то, знаете. Вот, это вот самое удобное. Ну и плотно вот так вот она защелкивается, розетка сюда. И вот так вот делается петля. Вот. И вешается вот здесь, вот на вот этот вот крючок. Объясню, чтобы вот тут вот она свободно висела, чтобы не выдергивалась постоянно вилка из розетки. И в процессе, когда с собой таскаешь вот этот провод, он висит на вот этом крюке вот так петлей. Вот, вы косите и не выдергивается, ну, из розетки. Так, извиняюсь, мне тут, я на телефон снимаю, звонят еще. Вот как только снимать начинаешь, так сразу кто-то звонит. Какие-то сообщения сразу, ничего не вижу. Вот на таком карабине, значит, вот такой капроново-пластиковый ремень, ну, через голову, просто через плечо вот так вот перекидывается. То есть не надо жилетку никакую, взял, накинул. Она не тяжелая, легенькая, как бы, ну, мощная. И плотный корпус у нее, конечно, плотная пластмасса. Обдув здесь такой вот мощнейший просто в работе. Сейчас включу, покажу. Курок с блокировкой. То есть блокировка кнопки. Вот, сейчас я включу. Заводится она плавно, да, накидным ключом, ну, прикручивается вот это вот, когда диск вот такая вот есть, шайба, чехол, там под ней еще одна шайба. Пластиковое крыло с ограничителем лески, нож вот здесь. Когда ставишь барабан, то есть нормально, с леской, то обрубается леска. Так, вот такой редуктор здесь. Ну, не то, что массивный, но вот достаточно. Сделан очень приятно, качественно. И вот здесь вот отверстие для блокировки вала, чтобы менять. Любая катушка, любой барабанщик сюда с леской подходит. С шагом 1,25 в любом магазине продается. Вот, запомните, 1,25. Такая пила, ой, такая пила, электрокоса такая, очень понравится женщинам обычно, дачницам. Вот, ну и по мощности она их, конечно же, тоже устроит, потому что она лупит и даже кустарник, вот, достаточно мощно. Кто не хочет возиться с бензином, маслом, там, кто боится вот эти вот всякие дела, электро взял, включил и попер. Сейчас я покажу, как она работает. Так, сейчас дайте я еще раз наклоню, покажу. Сейчас вот. С другой стороны обойду, покажу. Вот. Вибрации практически никакой у нее нету. Вот, она не дергается, не рыпается. Руль алюминиевый, трубка тоже алюминиевая, но прочная все. Ну-ка, я сейчас даже прицелю, сейчас попробую показать, как она лупит.
Вот такая вот электрокоса. Там травы-то не осталось, осень сейчас вот, и вот так вот. Как альтернатива бензокосам, это, ну, очень, еще раз повторюсь, очень удачная модель. Рассматривал тоже взять какую-то Bosch, там, ну, она 900 ватт, 1100 ватт, ну, и плюс какие-то насадки там мудреные. Вот, не стал рисковать, взял вот такую. Вот, есть и бензо, да, и бензокос, и штиль 230 мотокоса, и эхо японская, чистый японец. Ну, вот это тоже не расстроило, вполне приемлемо. Всем спасибо за просмотр. Вот, на этом с инструментами Hyundai, как бы, все, серия роликов закончилась. Смотрите на канале другие ролики, которые были предыдущие до этого ролика. Разные тоже про инструмент Hyundai. Вот. Скоро начну другие обзоры про другие инструменты. Ну так, подсказываю, чтобы знали, чтобы не боялись люди брать какие инструменты, всегда вопросы возникают. Вот. Все, спасибо, всем пока.